Ну что, друзья, привет, мы продолжаем проходить с вами метро Last Light, и собственно, да, кто смотрел прошлую... Что это было? Кто смотрел прошлую серию, это прям жесть, конечно, что случилось. Если не видел, посмотри обязательно, в подсказочках находится прошлая серия, да, и... плейлист с полным прохождением данной игры. Вот, еще в описании находится плейлист с полным прохождением метро 2033 Redux и с полным прохождением данной игры. Там тоже плейлист есть. Поэтому так вот. Вот, собственно, подсказочка где? Если телефон смотришь, чуть ниже описания спускаешься, там будет подсказочка. Там будет видео опять прикрепленное. Вот. Если компьютер, то сверху справа в углу там... Ну, зачем ты сломал? Починил. Сверху справа в углу там будет такой восклицательный знак с белым кругу, в белом кругу, в общем говоря, вот, и там тоже нажимаешь на этот восклицательный знак, и там подсказочки, грубо говоря, да, прошлая серия и еще что там будет-то, вот, другие видосы, наверное, прикреплены, вот, так что как-то так, и, блин, игра только-только, игра становится все интереснее и интереснее, ток-ток доверились, и тут оп. Как я сказал в прошлой серии, первое правило метро — никому не доверяй. Поэтому, ребят, мы начинаем. Значит, поудобнее надевать пледик обязательно. Прям 50 куш, пенчипичка в 5 или 50 дыр, при этом просмотр. Мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! Так, в прошлой серии мы с тобой здесь остановились, собственно. Мы с тобой остановились, собственно, здесь, да, и... здесь мы уже все посмотрели. Погнали. Я. Да не ссы. В инструкции сказано красный провод. Вот его и выдергивай. Сам его выдергивай. Сквозь. Стоп, штанишки наделал? Смотри, как настоящий мужик это сделает. Ну-ну, мужик, чё руки-то дрожат? Руки ладно, главное, чтоб чё другое не дрожало. Так, собрались. Красный провод. Красный провод. Эй! Там вроде кто-то есть. Эй, кто там? Вроде же кто-то тут где-то... Не надо, дядя. Все же вроде что-то тут есть. Да уходи отсюда. Ну не могло же мне так почудиться. Могло, могло. Нет, а можно вернуть мое оружие? А? Так, что у нас здесь там? 5 стелс, как говорится, да? 5 стелс у нас с тобой здесь. Понятно. Ой, как много шкафчиков. Ладно, все, все, хватит. Так, это мне надо. Сюда, сюда. Так, ну что, поехали. Вот вроде не передавал.
Так, ребят, что-то закончилось 5 минут на диске. Ну ладно, ничего страшного. Вот. Продолжаем. Здесь ничего пока. Какие люди? Какие пули? Что ты мелешь? Ну, вы же про беженцев? Какие еще беженцы? Ими пусть и садисты занимаются. Я тебе про обычных крыс с хвостами. Развелось тут. В общем, иди выполняй. Бегом! Недосыпай, не такое чудится. Ух, ёпта, их тут. Допить, что ли? Ах вы, пожалуйста! Леня, ну, ты оружие себе получил? Нет, товарищ командир. Прапорщик сказал, что без вашего личного присутствия ничего не подпишет и не выйдет. Оставь бумажки. Скажи, что если к вечеру оружие не заменят, оба в карцере песни петь будете. Страшновато, конечно. Что? Кто здесь? Кто здесь? Никого. Чудилось. Значит так, мне тут приказали подключить людей к работам. Вот так-так. А что случилось, Андрей? Аврал случился, рук не хватает. Вот нами дыру и затыкают. Понятно. Ну а раз понятно, пойди определи тем двум бездельникам фронт работ. Есть. И себе тоже потом занятия найди. Систему пусть чинят. Точно! А то за да, мужики, на посту. Припахали таки нас. Да, могут и ищем не разбирать себе дело. Ну, я тогда пойду там перетащу чего для виду. Я тоже поковыряю. Вы там понатурально, чтобы втыкать потом. А кто не так кладет? Плоды. Это ж просто не хлеба. Надо будет их потом... Все же вроде что-то тут есть. Все, ну кто так кладет? Это ж просто не в такие породы. Надо будет их потом носом натыкать. Что за хрень? О, ну и пока. Чего не понял? Эй! Кто-то... Там вроде кто-то есть. Да, как вот точно, кто-то тут шевелится. Все же это послушно. Эй! Сквозняк все же. Так и простыть недолго. Эй! Там вроде кто-то есть. Все же видно послышно. 14-й ряд. 14-й ряд. Это вообще маскировка. Нет.
Бедись против него, хорошо. Ну да, почитаем. Революция. Одно теперь ясно на 100%. Красная линия готовится, ага. Не делая громких заявлений. И в отличие от Рейха, без истерик. Красные планомерно собирают самую сильную армию из всех, которые когда-либо существовали в метро. И тишина, в которой происходят эти методичные приготовления, кажется мне куда более угрожающей, чем громогласные речи брызжущего слюной фюрера. Так, ну здесь больше вроде никого я не слышу, да, так особо. Поэтому... Я тогда в госпитале был, только потому жив и остался. А что было-то? Ты чё, про заставу на мосту не знаешь? Да знаю, конечно. Сам там служил, хоть и недолго. Так там в том году такое было. Мужики рассказывали, кто-то и наших, и фашистов всех подчистую выбил. Смена пришла, а все лежат. И фашистов нет. Вообще никого живого. Вообще жесть. Ты чё, разведку послал, те вернулись, на той стороне то же самое. Пока собрались наступать, фашисты забегали уже, зашумели. Видно, тоже смена прибыла. А на кого вообще думали? Там же народу было. Мы же месяцами там с фашистами бодались. Ну куда там? Укрепление с обеих сторон непробиваемое просто. Вообще слухи дикие ходят. Дескать, один кто-то работал. Чуть ли не сам черный обходчик. Мол, разозлил его кто-то. Открутил гайку с пути. Да бред полный. Ты-то сам что думаешь? И замолчались. Может, ушел? Черт. У вас здесь хорошо. Внимание, персонал. Чего это они там? Да чего, чего? Как обычно, небось. Телегу бы сейчас задвинули от начальника за технику безопасности. А то мы там не расписывали за ту технику. Ну расписывались, а толку? На той неделе придавило же одного крана. Не, ему глаз стропой шибануло. Это в том месяце, а это на той неделе. Да, понятно, что они все за безопасность, да за безопасность. Ну а я что? Если все побьются, кому пока? Да. Починили бы матюгальник этот, что ли? А то что-то боя. Ну что? А, это могли мы так пройти. О боже. Где он? Ну все, минус. Минус ножик.
Я что, не то пришел, хочешь сказать? Что за бред? Пришли, нет? Ну, знаете, да, как по стелсу, блядь, проходится, блядь. Товарищи, у нас потери! Потери! Отомстим в контре! Вот сюда нам нужно было. А там был просто доп. Ой, ладно. Что? Эй! А? Ч
Кто-то тут шевелился. Понял, да, блядь? Классно, я по стелсу прохожу, ребят. Да, не, по стелсу пройдем, давай по стелсу пройдем, ладно. Ноль аптечек. Нет, ребят, там нельзя вообще. Бля, а где? Хорошо, дайте мне ночное видение тогда, блин. Скоро смена. Как мне проходить? Эх, скорее бы смена. Надоело страх. Я заболеваю, что ли? Этого еще не хватало. Умереть не встал. Сил моих больше нет. Ну скоро они там. Нет, ну что за жизнь? Встаю тут как дурак. А мог бы сейчас.
Да, вот так нам было пройти, понял. Все, готов! Ну давай здесь пройдемся. Надо Дока попросить, пусть даст чего. Давление синтез газа. Нормально! Обороты компрессора. В норме. Выход метанола на сепараторе. Норма! Показатели расхода. Форма. Порядок! Температура в теплообменнике. Нормально! Состояние катализатора? Отлично! Ну и хорошо. Записал. Пошли на третий. Эй! Что за... Никого. Состояние катализатора? Нормально! Давление синтез газа? Наждать, короче, наждать. Температура в теплообменнике? Норма! Показатели расхода? Нормально! Обороты компрессора? Порядок! Ну и хорошо. Записал. Последний остался. Потопали на четвертый. Ща, минуту! Эй! Чё, кажется? Что? Какое такое? Сквозь, как всё же это послушно. Как и просто не было. Недосыпа не такое чудится. Каска это... Опа. Хорошо, нам нужно с тобой, значит, то ли вот сюда. Это ж сколько мы так красим. А, вот, проход есть. Так. Эх, сейчас бы выпить. Да-да-да. Иду себе мне что-то. Тихо-тихо-тихо. А видишь, чел стоит. Тревога! 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 Тревога, враг! Генеральный секретарь Красной линии Москвин, видимо, мало что решает. Создается впечатление, что он и сам заложник Корбута. Одной рукой этот серый кардинал держит за шабры номинального руководителя Красной линии, а другой двигает шахматные фигуры сразу по всей игровой доске, в которую он превратил все метро.
Но почему могущественный генсек, который может запросто отправить генерала в отставку, а то и расстрелять, терпит его дерзость и уступает его требованиям? В чем сила Корбута? Может, в знании? Ничего. Надо просто нагнать Павла, и он все мне расскажет. Посмотрим, как он будет петь свои песни про равенство и братство, про справедливое государство для всех предателей. А что здесь надо сделать? Бля. Ох ты. А куда мне идти? Мне вот это интересно. Сквозняк тоже. Так и простыть недолго. Горло пересохло. Синтез газа. Начальство далеко. Отлично! Показатели расхода. Норма! Выход метанола на сепараторе. В норме! Обороты компрессора. Нормально! Состояние катализатора. Нормально! Температура в теплообменнике. Порядок! Ну и хорошо. Записал. Последний остался. Потопали на четвертый. Ща, минуту! Это что? Вот так всю жизнь не поставишь. И не заметишь, как кончилось. Мна! И не говори. Конечно, здесь 100% нужно по стелсу. А? Что за... Чё? Хрень. Всё же видно послышалось. Так и простыть недолго. Тянет он так по ногам, как не встанешь, все сквозит. А? Чё? Тревога, брат! Ах ты ж ёб! Твою мать! Кто-нибудь его видит? Нет! Прячется! Эй, ты, шпион! Сдавайся! Ты окружён! Да! Руки вверх! Ага, так он и сдастся! А вдруг? Так, мужики, спокойно. Не спеша, пошли. У тебя никого вроде. Дальше. Спокойнее, не рискуем зря. Никуда не денется. Вот найдем. Же.
Ну я тебе. Ну что, пошли искать? Пошли. Прикрывай друг друга. Ага. Держите спины. А то как-то не очень. Черт. Где же он засел-то? Эй! Повезли проход. Не ори, не будет он сдаваться. Ну и зря, попал бы в лагерь, а так прибьем и дело с концом. Короче, ты понял, да, куда нам идти? Просто не мог понять, куда идти-то вообще, блядь. Что за шум? Вроде. Спасибо, все. Так и простыть недолго. Нет, здесь нет никакого прохода. Всю жизнь не простоишь. Не заметишь, как кончилось. Подожди-ка. А, вентилятор надо включить. Кто? Кто здесь? С недосыпа не такое чудится. Нам явно вот сюда. А, все. Ой, да. Я орирую. Все было гораздо проще, гораздо проще. Гораздо проще все было, да. Короче, по статусу, ребят, проходить это не мое, вы знаете, да?
О. Ладно, я понял. Просто не, бля, я просто не вижу, куда идти, блядь, штука. Столько темно, как, знаете, как, ну, вы знаете где, да? Груз по описи принял? Принял. Куда погрузил? Да где место было, туда и погрузил. Наверх в основном. А точнее? Что точнее? Где лестница стоит, там и груз. И вообще, не напрягай. Мне до конца смены меньше часа осталось. Замена придет, их и напряжешь. Ладно, черт с тобой. Пойду посмотрю, не потеряли там чего. А, можем вот он сам. А? Вот у меня бумага, и тут написано, что должно быть 7 бочек с мамой разных парок. Так, давай дневник стоп почитаем. Революция, заметка 3. Справедливость, равенство, мир. Мозг или Москвин знает, на какие слабые точки давить. Как это не страшно, они ведь правы. Если мы не сумеем договориться, не прекратим грызться. Мы перебьем друг друга гораздо быстрее, чем это сделают любые монстры. Коммунисты, как и фашисты, используют найденные орденом бункер-хранилище как наживку. Простые люди верят им и попадаются на крючок. Лекарства и продукты для каждого. Вот только изобилие это предполагается оплатить кровью своей и чужой. Чтобы человечество было счастливо в будущем, еще одно поколение должно отказаться от настоящего. Да как мне пройти это? Боже. Поехали, ладно, быстренько еще пройдем с тобой эту миссию, смотри. Ёпта. Груз по описи принял? Принял. Куда погрузил? Да где место было, туда и погрузил. Наверх в основном. А точнее? Что точнее? Где лестница стоит, там и груз. И вообще, не напрягай. Мне до конца смены меньше часа осталось. Замена придет, их и напряжешь. Ладно, черт с тобой. Пойду посмотрю, не потеряли там чего. Готов? Поехали. Что
бумаги, и тут написано, что должно быть 7 бочек смазки разных марок и 11 ящиков электродов. Другой Джейми, кроме всех Все, все. Под баян просто. Долго нам тут еще стоят? Да нет, должны уже смотреть. Ты видел это? А ты сам в бумаге был? Был. Жуть. Вроде и станция рядом, и пулемет, и прожектор, и товарищ. Чисто под кардио, под баян, чисто вошли, блядь. Ну это тайминги, конечно. Но эти твари опять все заплетают. Как успевают, когда? Непонятно. Но пара недель проходит, и опять все вместо. Бля, это да, конечно. Гадость та еще. Может просто гермовороты завалить? Да не мучиться. А если на Венецию срочно выдвигаться нужно будет? Как поедешь? На поезде через Ганзу? Нет, не получится. Так что держим оборону, мать ее. Чисто под баян съебались, видел? Просто кто здесь? Это клёво. А я тебе говорю, не паук это был. А кто? А я знаю. Мне показалось человек. И мало того, что человек, так еще и с мешком. Я туда фонарем, а никого. Да показалось. Когда 6 часов отстоишь, и не такое померечится. А вот прикольно было бы, если не повернули, да? Показалось. Да кто-то же тырит запчасти и продукты. Да свои это тырят. Потом Ганди по-тихому продают, сволочи. Ладно, замяли. И про что там все показалось? Лучше молчи. А то, если до начальства дойдет, у тебя же все собаки. Ну ладно. Ну это было, это прям хорошо было. Ладно, хорошо, это прям очень хорошо было. Я думал там лут, а там. Там, собственно, ничего такого и не было. Так, ладно. Нам явно не сюда, нам туда идти. О, ну это реально было хорошо. Бля, это очень хорошо было. А ну лежать. Не дрыгайся, мозги вышибу. Погоди-ка. Артём, ты что ли? Да. 6. Мне удалось отправить весточку в Орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, Мельник узнает, что я жив. Что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его. По горячим следам называется. Погнали. Да, но ты влип, парень. Ну ничего, я тебе, пожалуй, смогу помочь. Есть у меня связи, так что сообщение твое в Орден передадим. А сам ты сейчас, значит, в поле собираешься? Да. Прямой дороги туда отсюда нет,
Но в старой церкви на болотах неподалеку ордена есть база. Так что отправляйся, пожалуй, туда. Если удастся передать вашим весточку, там тебя уже встретят. Ну и хорошо. Да, брат. А у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста я ушел. Его совсем красные под себя подмяли. Войну почуяли. И теперь ищут везде шпионов. Всех под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. Из Кузнецкого, да и с самой красной линии. Видал, красные бронепоезд строят? Ну и мы строим. Построили, точнее. Из деталей, что беженцы с моста тащат. Вот, полюбуйся. Давай. Красавица, а? Другие даже имя придумали. Как в такую не влюбиться? Да. Да, хороша. И потрудилась славно. Столько народу вывезла. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли, либо в лучшем случае по лагерям да штрафбатам. Так что бери. Залезай. Спасибо большое. Попробуй завести. Как? Заводи. Да давай, как? Давай. Мальчик, как я тебя заведу? Мужик, помоги. А. О, чего сидит? Мы это-то я все подкручиваем по инерции. Так что управление сейчас не самое. Зато свет, что надо. Пауков с ней можешь не бояться. А в дальних туннелях их полно. Поезжай, Артём. Тут путь не близкий. Лучше времени зря не терять. Ох. Удачи, брат. Опа-на. А это нам надо такое, знаешь ли? Воу. Ну, понятно. Ну, поехали, чё. Опять с этим пауками. Где? О, блядь! Оу. Шо? Шо? На, ёпта. Давай. Шо, мне не нравится, да? На, ёпта. Ща поярче будет всё, блядь.
Ебать ты, тварь! Что? Давай. На, ёпта. Давай, блядь. Давай. Ну что-то. На, блядь. Кто еще? Ну, кто? Давай. Ну и... А зачем я сюда пришел? А, во. Поехали. Да, давай. Ну шо. Чё, не нравится, да? Ну все, пока. Да, какая, ну смотри, какая машина, ёпа, родина. Пошел ты нахуй. Давай, ну, кто еще? Ну, пошли, ладно, сходим. А стоит ли? Ой, я думаю, нет. Ну погнали, ладно, сходим. Поехали.
Вот для этого слышал. Заметка 1. Снова Андрей выручил меня, и снова благодаря его помощи я движусь к цели, на дрезине. Правда, в этот раз я еду со всем возможным комфортным. Да, правда, в этот раз я еду со всем возможным комфортом, а не скрываюсь в багажном ящике, рискуя быть на месте, если меня обнаружат. Впрочем, в этих туннелях, похоже, есть опасности пострашнее расстрелянной команды Краска. Понял. Что такое? Поехали. Ну, я понял. Прикольно, дали на машинке покататься, прикольно. Группа Павла двигается на Третьяковскую, она же Венеция, с опережением в несколько часов. Да и двигаются они по обжитому тоннелю, но я их догоню. Не имею права не догнать. Бандиты, называется. Голова. Понял. Ах ты сука! Сучара! Стой, кто идет! Стрелять будем! У нас оружие! Ей-богу, оружие! Лениным клянусь! Да это не ГБ вроде. Форма незнакомая. Может, из наших кто? Глянь, как он стволами обвешан. Не стреляй, братишка! Мы люди мирные. У нас тут женщины, детишки. Нас не трожь, и мы не тронем. Мы беженцы с красной линии. Я тут за старшего. Командовать мне, правда, некем.
Все боеспособные шли другим караваном. На полкилометра впереди. Думали, защитят нас. Если что. Не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Так что дальше нам пути нет. Назад тоже нельзя. Там нас только расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручь, а? Нет, нечего терять. А детей жалко. Им бы жить да жить, понимаешь? Так что ж мы теперь? Как же мы без них? Да может, живы еще. Чего ты хоронишь-то раньше времени? Стрельба-то какая была? Стрельба! А теперь тихо. А вдруг отбились? А чего не идут тогда? Но придут еще. Эх, подождем. Не полезет тебе. А как вы думаете, они всех видишь, блестят убили? Как? Бери, может, и ровненькие, и а недорого. Может, и того хуже. Куда уж хуже. Многовато там набираешь. Были. Не унесешь столько. Не знаешь ты Яши жизни. Эх, дай тебе Бог и не узнать ее с этой стороны. Так что, пойдем наших выручать? Да что мы там навыручать вдвоем? Ну их там прижали, если мы сбоку зайдем и возьмем бандитов в оборот. Ну давай собираться тогда. Я вам дам собираться. Баб с детишками кто охранять будет? Что же, бросить? Тут нет никого. Короче, брателло, давай ты первый раз выиграл, а я пока на стрёк. Лады! Давай, сука, разбегай ляжки! Пожалуйста, не надо! Не надо! Слышишь, коза, чё ты копенишься? Чё тебе для пацанов жал? Нет! Нет! Помогите! Спасите! Заткнись, шмара! Заткнись! Заткнись! Тут кому? Эй, пацаны, в этом как? Справляетесь на? Может, пособить? Стас! Стас! Вы чё, бля, увлеклись-то? Это чё за ботва такая? Э, лошок! Водила, бля! Вылазь! Она типа чё, само приехала? Мы чё ты там нравится? Всё раз обшмонали уже. Не, ну чисто вдруг что осталось там, маслята или еще что? Ну барахла вон, мля, сколько, они чисто протыкаем. Ну ты, мля, давай там суши тогда в темпе. Пацаны там на хате уже поляну небось накрыли. Шевели поршнями. А хорошо сейчас пошло, жирно. Ага. А ты знаешь, мы эту хмочь. Караван как караван. Мира жизни. Я тебе мирно жизнь. Думали, в большом метро фильм «Сахар»? Мы тут и без вас голоду пухнем. Ничего, скоро пашеньки с красными резню начнут. Ну тут-то мы развернемся. Кому война, кому мать родна. Лады, а что с этими-то дальше делать? Бугор сказал так. Мелких и баб. Брать, праздновать. Мужиков того. Жмур! Наступай, я так!
рядом, блядь! Развяжи меня. Я не могу больше, развяжи. Спасибо, брат. Теперь развяжи. Развяжи меня. Спасибо. Спасибо, брат. Я думал, все. Наших угнали все. Детишек. Женщин. Кто живой остался? Я сейчас. Я отгоню дрезину. Сможешь проехать. Давай. Если ты за ними пойдешь. У них там ловушка. Я знаю, они говорили. На технической. Так что ты не спеша там. Не спеша. Хорошо, как скажешь. Дай-ка сейчас бегаем кое-куда быстренько. Спасибо, брат, спасибо. Я посижу пока. А что, все, ее никак? Не, ее, видимо, никак, ребят. Ее, видимо, никак. Такое, честно. Такое. Если не покажутся, значит, гнилая тема какая-то. Тогда маякуй. Понял, на. Бандиты, заметка 1. Помню, в концлагере фашист Паша сказал мне, всех не спасти, надо выбирать меньше из зол. Наверное, он прав, но мне не дает покоя одна мысль. Все мы чертовы герои, спасаем человечество. Фашист, который вырезает людей с малейшими мутациями, осуждаю. Коммунисты, которые хотят загнать всех в единое государство и тем установить метро, мир. И я, который ради спасения людей уничтожил целый новый вид разумной жизни. Мы говорим о спасении, убиваем. И так человечеством было всегда. Нет хилок. Охуенно. Я сейчас. Я отгоню дрезину, сможешь проехать. Давай. Если ты за ними пойдешь, у них там ловушка. Я знаю, они говорили. На технической. Так что ты не спеша, да? Не спеша. Thank you.
А, не здесь точно. Опять надо. Не то. Я гляну на, если не покажутся. Значит, гнилая тема. Я маякуй. Понял на. Вот тормоза. Что-то реально, братва, тормозит. Чё там они? Пацаны, Жукер! Ах ты, сука! Жукер, братва! Пум-пум-пум. Паре румчик, паре рам. Так, пацаны, я вас соберу лут. Ой, блядь, а где? Не верни, блядь, мое оружие. Шо, все хорошо? Парирумщик, парирам. Опа, вот это мне надо. Пам-парам, пам-парам. Пам-пам-пам, парирумщик, парирам. Thank you.
Здесь все сделано так, чтобы я проходил по стелсу. На самом деле я не прохожу по стелсу. Вы должны знать это. Я никогда не прохожу по стелсу. Ну как, прохожу, блин, но где-то, знаете... Это возможно. Здесь можно было по стелсу пройти, но... Вы же знаете, как я прошу по стелсу, да? Я сначала пытаюсь пройти по стелсу, потом вот, вот так вот, блядь. То есть... Вот это почему не открывается вот это? Ну ладно. Парирумчик, парирам. Лишний фильтр не будет. Парирумщик, парирам. Что, двинули? На тебе. Ну, сука, готовь вазелин, бля. Это мне? Ты кого хоть стреляешь-то? Метка 2. Кто-то сказал однажды, метро стоит на воде. В большинстве мест она пока не может просочиться в туннеле. Но на обжитых станциях круглосуточно работают насосы, которые откачивают проникающую снаружи влагу. Но есть и такие места, где туннели превратились в подземные реки, развилки и депо. В озеро. А, где подземные реки, развилки и депо, в озеро, а станции в острова. Ничего, я продолжу преследование и по воде. Третьяковская уже рядом. Иду. Стоям бы. Стоямба. Не, давай наблутаем тогда это все. Здесь только лут, скорее всего, лежит.
Так, вроде ничего здесь не пропустил, да? Стоим прохода нам нет с тобой. Хотя может так нужно попробовать. Или да, подожди. А, стой, может дробовика? Не дает, короче, прикинь. Ну ладно. Тогда погнали еще обратно. Можно было спрятаться, но ладно. Поехали. Ну вот и все. Да уж. Чё орать-то, ёпта? Хватит орать, ёпта. Ещё раз орнёшь, блядь.
Если орут, а орут, слышишь? Сейчас, мужики, подождите. Ебать, блядь! Да серьезно, блядь. Забей вообще, блядь. Полностью забей. А все, у меня залагало. Охуенно. Классно. Спасибо, игра. Что, блядь, с игрой происходит, блядь? Прикинь, она залагала просто. Что, блядь? Кого? Давай его возьмем, хули. Хотя у меня там скорострельный, с другой стороны. Но он долго перезаряжает, да. Группа Павла двигается на Третьяковскую. Она же Венеция. Сейчас рада перезайду. Короче, все, больше не берем с вами, ребят. Этот фонарик, ну его нахер.
Лучше пока больше не брать. Блять, живучая тварь какая, смотри. А, ну у меня все за ББ залагало. А чё с игрой? Короче, игра баганулась. Давайте, ребята, тогда оставим это на следующую серию. Спасибо за просмотр, друзья, это Рик Блоу, принц. Все, увидимся в следующих сериях. Давайте.